Усть-Майском районе организовали выставку домашних животных. В восторге были главные посетители – дети. Елена Моисеева продолжит. Домашние животные служат людям верой и правдой на протяжении многих веков. Давно известно, что созерцание живой природы успокаивает человека, врачует его душу и тело. Поэтому это мероприятие было организовано целью тесного общения детей с животными. Общение с животными – это одна из форм терапевтической работы с детьми. Поэтому, когда у нас появились морские черепахи, красноухие черепахи, мы решили сделать выставку животных для того, чтобы дети могли пообщаться и увидеть многообразие животных, какое оно есть. Потому что не все родители по разным причинам могут вывести детей и показать им, какие бывают животные. В выставке домашних животных приняли участие голубь, кролики, красноухие черепахи, морские свинки, ушастый ежик, гигантские улитки. Детям было разрешено их взять на руки, потрогать, гладить. Оно того стоило, ведь ничего нет прекраснее в мире счастливых глаз ребенка. Все принесли много животных, потому что разнообразие какое-то. Не собачки, кошки, а морские свинки, черепахи, ежики, кролики. Разнообразие животных. Нам очень понравилось все. Особенно нам кто понравился? Ежик? Ежика мы тоже себе купим, наверное, со временем. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия почаще проводили и с детьми, чтобы было куда выйти. Все дети и родители были в восторге, получили огромное удовольствие и положительные эмоции. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский Улус.